Добрый день, дорогие друзья и коллеги! В агроцентре Оренбург мы закладываем демонстрационные опыты не только по препаратам и семенам, но также по технологии возделывания различных культур. Сейчас я нахожусь на участке, где у нас заложена группа опытов по ошибкам выращивания подсолнечника, так называемый полигон ошибок. И в этом видео я вам хочу продемонстрировать, к чему приводит несоблюдение правильных настроек сеялки и чем чреваты ошибки при опрыскивании. На первом опыте у нас демонстрация различных скоростей посева. Первый вариант 3-5 км в час, второй вариант 6-9 и третий вариант 10-14 км в час. При самой минимальной скорости посева расстановка семян у нас близко к идеальной. И расстояние между растениями практически везде одинаковое. Что не скажешь про вариант со скоростью посева 10-14 км в час. Расстановка здесь неравномерная. Много пропусков. Здесь у нас представлены различные настройки высевающего аппарата. Первый вариант у нас, когда сбрасыватели были сильно прижаты. Второй вариант, где сбрасыватели опущены и большое количество двойников и тройников. На варианте, где сбрасыватели сильно прижаты, большое количество пропусков и получается сильный недосев. На варианте, где у нас сбрасыватели сильно опущены, у нас большое количество двойников, тройников, посев неравномерный и получается пересев семян. Здесь представлен блок с различной глубиной посева от 4 см до 12. При посеве семян на глубину мельче оптимальные, сходы уже неравномерные. И поздно взошедшее растение теряет свою продуктивность. При посеве на глубину 12 см не все растения смогли взойти. Тем самым теряется густота стояния посевов. На данном блоке представлена различная система защиты от сорняков. В первом варианте мы видим контрольный вариант, где мы не делали гербицидной обработки и междурядной культивации. Следующий вариант был... Была проведена одна междурядная культивация. Сорняков в два раза меньше, но они есть, особенно в рядках. На следующем варианте мы провели одну гербицидную обработку. И мы видим, сколько данный участок чист от сорняков. Здесь представлен блок с различными ошибками при опрыскивании. Здесь представлен вариант, где посеян подсолнечник устойчив к сульфанилам и мочевинам, и обработку по нему провели баковой смесью сульфанил мочевины с трибенурон-метилом вместе с гарминицидом. И подсолнечник получил большой стресс. Вот эти растения тому доказательство. На данном варианте представлена ошибка, когда на гибриде устойчивых к сульфанилам мочевинам обрабатывают имидазоленонами. Подсолнечник получил большой стресс. Мы видим, что он начал ветвиться, очень деформировался. И как все это выглядит? На данном варианте представлен обратный сценарий, когда на КЛПшном гибриде провели обработку трибенурон-метилом. Подсолнечник получил тоже большой стресс, начал ветвиться и уже не похож на культурный подсолнечник. Демонстрация данных опытов помогает визуально определять ошибки в поле. И, возможно, в дальнейшем их избежать. Это был агроцентр Оренбург. До скорых встреч!